Щоденне завтра на Радіо НВ, Радіо НВ дізнайся нове, дізнаємось нове. Ми Алефіренко, я Євген Пілецький. і сьогодні хочемо поговорити на приємну тему. Мені таке дуже подобається. Справа в тому, що коли ми говоримо про майбутнє, ми дуже часто забуваємо про те, що треба говорити в цілому, в цілому про розвиток наук не тільки окремих так але бачити якісь тенденції бачити якісь стратегії бачити якісь напрямки і а, для того щоб це майбутнє зробити ми всі розуміємо необхідно для того щоб цю науку люди любили а от для того щоб її любили треба якимось чином цю Любов до людей прив'язати якимось чином, і тому сьогодні ми вирішили поговорити про популяризацію науки. Власне, це одне з того, чим і ми займаємося з колегою, так але хочеться поговорити з іншими колегами, які професійно перебувають у цій темі. Потрясаючи глибоко почав просто зайшов з філософської сторони. Ценю я з своєї сторони зайшов сторони інформаційної. потому что там когда-то, там, сто лет назад достаточно было почитывать один журнальчик, который выходит раз в месяц, уже быть в курсе того, что происходит с будущим наукой, технологиями, прогрессом и бог знает чем еще, просто со всем развитием человеческого общества. А сейчас там я или там Евгений, это люди, то есть, которые стремятся быть в курсе того, что происходит, Постоянно сталкиваемся с тем, что вот вроде не читали новости пару дней, уже настолько быстро все сменилось и на, на, набросали нового, что мы такие, а это все у нас сейчас? Это мы, а как это мы? Секундочку, как-то мы не успели все это отлить? А вот в этой ситуации очень полезна такая штука, как популяризация всего этого на постоянной основе, в, из разных источников, в разных направлениях. Обо всем, и чем больше, тем лучше. И именно за этим и за прекрасным примером мы обратились к отчасти, наверное, нашей коллеги Кане Ореховой, соосновательнице платформы InScience. Добрый день, Анна. Здравствуйте. И собираемся поговорить именно о популяризации будущего ли, или просто науки, или науки будущего, или будущего науки. Mm -hmm. а откуда вы взяли идею, почему решили развивать InScience в таком виде, как он есть? Mm -hmm. Вообще, мое знакомство с, науки, с наукой началось в таком довольно зрелом возрасте. В школе я как раз относилась к тем, кто считал, что там химия, физика, остальные дисциплины, скорее всего, они не пригодятся. Там я буду писать какие-то сочинения. И уже в взрослом возрасте я попала на лекцию Саши Калиды про ГМО, и она, он настолько просто, легко, понятно об этом рассказывал. Я подумала, вау, а так было можно, а вот наука это об этом. Вот. После этого я начала работать на медиа Платформе, на которой я запустила два направления по по популяризации науки приглашала ученых, они давали интервью. И еще два года спустя я познакомилась с моим партнером по проекту Соленой Скиртой, и мы решили сделать такой большой проект по популяризации науки, в который входит и конференция, да, куда может прийти любой человек, который, возможно, никогда не сталкивался с наукой, и послушать замдиректора с НАСА, с центра с Линдона Джонсона, может прийти на Science and Wine, взять бокал вина и послушать ученых и понять лучше, как работают его эмоции, понять себя, понять мир. Вот вы правильно сказали, что одна часть популяризации это э, читать какие-то новости, да, но не только для меня больше популяризация это дать людям инструмент, чтобы они могли понимать себя и мир вокруг через науку, не через эзотерику, не через какие-то там вещи, которые на самом деле там мало касаются нашей жизни, или, по крайней мере, сейчас это не доказано, а через науку, через вещи, которые были исследованы, были проверены, и на которые, вот, правда, можно опереться. Но это, кстати, очень сложно, себя. потому что это требует ну, создать такую, что ли, карту жизни и понять, что интересует людей, как это можно связать с теми направлениями, в которых идет прогресс. То есть не предлагать им, условно говоря, там всю научную прессу, которая сейчас выходит, да, понять, что там у нас появилась кори, значит нужно там популярнее о медицине, у нас там появилось что-то еще на повестке, и нужно предлагать что-то, что не даст мифам процветать у них в головах. Вы такую карту создали? У вас есть видение того, что нужно, что интересует да массовую аудиторию, чтобы они охотно прослушали посмотрели и усвоили там распространяли дальше правдивую информацию о науке. Смотрите, а у нас... Каждое наше направление, оно зависит от конкретной аудитории. То есть если мы говорим о взрослой аудитории не ученых, то мы делали лекции на тему силы воли, креативности, любви. Это темы, которые всегда будут интересовать всех. Они, с одной стороны, кажутся такими простыми, даже на грани банальности, но если ученые начинают говорить на эти темы, они перестают быть банальными, они быть, ну, начинают быть очень важными, и это вот как раз как-то помогает лучше жить да, и понимать себя. Если мы говорим им, например, о подростках, ты там немножко другая история. Мы даем им общие знания о мире, там как устроена там биосфера, космос, черные дыры. Это что-то вот такое вот общее, чтобы дать им представление о мире в целом. Я думаю, с подростками проще, потому что это ну такая картина, пустыня и немного воды. То есть, чтобы ты не разбрызгал научного, все равно они впитают и скажут спасибо за это. А что говорят ученые, если вы им поговорить там о, о любві, человеческом о щасті, такі вещи. Они, ну академические ученик, там стає ж таки з бортом. Я так розумію, що вони одразу починають, наскільки ну, я трошки також дотично до такої діяльності, то я так розумію, що одразу починають розмовляти про генетику, або про нейромедіатори, або про там, я не знаю... етологію поведінку тварини, яким чином еволюціонували таке інше. Тобто, я так розумію, що вчені починають розповідати цікавою мовою, ось десь такі речі, так? Да, вот, вот, например, если мы говорим про тему любви, у нас был Виктор Досенко, э, он физиолог, и Наталья Кривда, она культуролог. И Виктор Досенко говорил, конечно, ну какая любовь, это просто там процессы в организме, тут ничего сверх нету. А Наталья Юрьевна, да, она там в Шевченко... Отвечала ему, вы не поэт. А, они, она говорила, да, но ну, нет, ну зачем вообще жить, если так думать. Ну, то есть, но... Эм зависит очень с какой дисциплины человек, и мне кажется, что очень классно, когда вещи, которые кажутся нам абстрактные, мы их вот сжимаем до каких-то конкретных научных вещей, как физиология, как работает наш мозг, серотонин, дофамин, почему мы так или иначе реагируем. Ну, то есть вот это это ключ к пониманию себя. Вот очень, очень часто здоровье. очень часто ученые жалуются на то, что когда когда вот их на такие лекции приглашают, от них также ждать, что они будут говорить слишком, по их мнению Популярно, да? То есть им приходится упрощать некоторые концепции сильнее, чем бы они хотели это делать. Часто ситуация. Часто очень. И как эм... вы боретесь с ними? Мы... Нет, точнее, как они борются с собой, скорее всего так. Мы готовимся. У нас перед каждым событием минимум две репетиции. Мы стараемся максимально объяснить лектору, какая у нас будет аудитория, что это может быть человек, который вообще-то первая в жизни его лекция о науке, и нам нужно сделать так, чтобы он потом пришел еще, потом еще, а потом начал читать научные журналы, да, и вот углубился в это. Если мы сразу будем сыпать терминами, будем давать кучу какой-то статистики, да, и мы сделаем это непонятно, человек не вернется. Ну, то есть мы просто Подтвердим его мнение, бытующее очень широко, что наука это сложно, непонятно, это где-то вот там далеко происходит в лабораториях, это не про меня. Если мы хотим донести до человека, что это про него, то нужно обязательно донести это простыми словами mm -hmm. или объяснять. Да? Есть там термины, на которые ты не можешь просто найти синоним ну, да. такой простой. Ты просто это объясняешь. Mm -hmm. Тут просто такая ситуация, я дивлюсь, еще... В цілому, у нас зараз дуже багато, от чесно кажучи, дуже багато, і в медіа, і у соцмережах іде мови про те, що зараз підійшла нова епоха, і ми навіть з колегами вже розмовляли про це. Підійшла нова епоха, коли освіта базована на принципах і методології 19-го століття, так університетська, яка готувала гвинтиків системи і таке інше, вона вже не працює. То чи можна сказати, що популяризація науки, ось у таких формах, тобто науково-популярних конференціях, наприклад, науково популярних там? Програмах, спеціальних заходах, типу Science and Wine, наприклад, так? Угу. що це такі, я не знаю, експерименти щодо, я не знаю, намасування нового типу освітніх заходів. Я думаю, що да. во мне очень отзывается такой принцип финский phenomenon based learning это когда мы берем какую-то какую-то идею да, или какое-то понятие изучаем его с разных сторон да там мы можем если это касается наук мы можем взять там, мозг человека и изучить его с точки, с точки зрения и физиологии и нейробиологии и психологии то есть ну, вот это тогда интересно. Тогда у тебя такое, знаете, 3D понимание э, идет. Ты э, все изучаешь очень. Э, ну, не оторвано от жизни. То есть ты понимаешь, зачем тебе это надо? Ты получил знания, и ты сразу понял, как ты их можешь применить. А по поводу, вот вы говорили о том, чтобы ну, нужно человека заинтересовать и привести его в следующий раз. По поводу вот такого фоллоуапа, по поводу того, что он будет делать дальше, когда он что-то узнал и у него пробудился интерес. А вы ведете, что ли, аудиторию? У вас есть какой-то курс из э, мероприятий, которые между собой связаны, на которые там, вы рассчитываете, что там, через два месяца, а вот те, кто был, будут еще углублять свои знания. Они заинтересуются. Они потом почитают и снова вернутся. У нас есть такая штука с подростками. Даже чтобы мотивировать их ходить, они собирают наклейки, потом получают О, подарки боже. за это. Да. Ачивки. И вот первый да? Да. То есть первые полгода это такой общий курс прописан, и далее с сентября мы хотим уже сделать большой полноценный курс с более глубоким изучением. Касательно взрослых немножко сложнее, потому что если подростки открыты ко всему, то взрослые обычно у них есть уже, с, ну эм своя сфера знаний, да, и кто-то с креативных индустрий скорее пойдет на креативность, кто-то, у кого там э, в личной жизни может быть какие-то вещи, он пойдет на, послушать на тему любви. То есть э, их сложно учить вот так, как там в университете, ну, когда у тебя есть начальная лекция общая, потом ты углубляешься дальше. То есть тут это скорее какая-то точечная история. А аудитория, аудитория вот насколько сохраняется между разными дисциплинами? То есть к вам ходит условно говоря, ну, там... На 80% один, одни и те же люди на все лекции и мероприятия? Или вот это действительно, там, одному интересно то, одной части аудитории они ходят только на, там, на креативное, другое, там, mm -hmm. на математику ходят какие-нибудь скучные сухари? Я условно а, то есть, насколько это вы работаете на аудитории, которая просто заинтересована в том, чтобы посещать лекции, знать больше там, о науке, о прогрессии, о развитии технологий, таких вещах? У нас по нашей статистике где-то 40% это вот костяк, который из раза в раз ходит. То есть, когда люд... мы отправляем форму фидбэка, анкету угу. после каждого события, они пишут «Я уже был на событиях in science. И 60% это люди или новые, или которые сидели за нами в соцсетях и после этого вот пришли к нам угу. на события. И, до речи, что до этого питания, у меня вы Таке, е, я не знаю, така, Побуду трошки адвокатом диявола. так, mm -hmm. Чи не є е, ось таке зацікавлення, тому що воно вже тримається уже, я не знаю, там, кілька там, років. так, е, Ось ці івенти, науково-популярні, лекції і таке інше. Чи не є вони, по-перше, а модою? На, такий, на таке, називаємо так, дозвілля. Так? Ну, замість того, щоб піти кудись в бар просто там набухатися. Mm -hmm. так, я краще оце піду і зроблю, наприклад, те саме тобто вип'ю віні, вінішке, mm -hmm. але одночасно ще з науковим знанням. Ось це, по-перше, і, власне, тоді, чи не є це, е, я не знаю, такою формою, такою формою, те, що називається англійською мовою, arrogance, тобто е, такою нібито. Е, Завищення власних, я не знаю, там можливостей або ще щось таке. Тобто, я ходжу там на наукові лекції, не просто кудись там. Це не... виходить, показательне потреблення науки. хочеш сказати? Так, мається на увазі саме це. Я думаю, що це, правда стала модно. і правда, люди, які до цього ніколи в житті не думали, о науці, прийшли, тому що це кльово, І я думаю, що це дуже хорошо. Тобто спож тобто, споживання науки, мого колеги, мені дуже подобається. Ну, мне я считаю, что если человек пошел просто, потому что он решил, что теперь модно увлекаться наукой, и он услышал там настоящих ученых и получил крутые знания, да, реальные исследования, базирующиеся на реальных исследованиях, это здорово. Пусть это будет супер модно, пусть все этим увлекаются. А главное, чтобы оно не переросло в отдельный такой раздел популярной науки, которая, ну просто есть и другие заведения, да, и другие мероприятия, и другие там направления, в которых эм, вот эти популярные популярные беседы и встречи перерастают просто что-то такое отдельное, которое мало касается с, к основному предмету. Надеюсь, что наука останется наукой там, и, и туда будут приходить ученые не как Эксперты некоторые в наши эфиры. Тут я уже пошел в... на наш да. Не философия. Да, нам тем временем нужно отвлечься и уйти на новости. После этого вернемся и обещаем продолжить интересную тему. Напомню только, что в гостях у нас Анна Орехова, соосновательница InScience. Говорим мы о популяризации будущего. Еще до завтра на Радио НВ. Пару минут подождите и возвращайтесь к радиоприемникам. Еще на завтра на радио НВ в эфире Евгений Пелецкий и Евгений Лефиренко, также в эфире Анна Орехова, соосновательница платформы InScience. Говорим мы о популяризации будущего. А в первой части упомянули такую вещь, как Science Teens Platform, то есть платформу для, для подростков, которые интересуются наукой. Да. Как вы их затягиваете, и что вы им предлагаете? То есть, какова вам мотивация их для того, чтобы науки все узнали. Властно фактично так, як затягнуты майбутнє, там, диты, диты наши майбутнє, там, пилитки наши майбутнє, и тому... Хлеб всему голову. Это вообще удивительная история. Мы, когда запускали проект, мы так нащупывали это все, потому что это работали только со взрослой аудиторией. Мы думали, а как дети, как их привлечь? В Фейсбуке они не сидят, ну, там, на сайты не ходят, почта не открывают. Они сидят в Инстаграме и в Телеграме, и для нас проблемой но когда мы запустили проект у нас за два часа заполнилась регистрация на месяц на четыре лекции и мы были в шоке мы не знали что делать и оказалось что спрос на науку со стороны подростков и родителей именно тех подростков которые ходят к нам он очень высокий то есть им просто интересно это все. Сложно объяснить мотивацию, им просто реально интересна наука. Так а на что они клюют? Это родители сказали Васюне, иди вот слушай про про генетику, потому что это твое будущее. Или подростки думают, что вы им покажете красивый паровозик и, и ради этого. То есть что их мотивирует? Они просто читают книги Хокинга. И вот на прошлой лекции девятилетний э, парень и наш самый вообще юный, э, как молодой человек Богдан, которому 7 лет, они спорили, что там какой-то э, блок в книжке Хокинга про черные дыры, и они просто спорили с друг с другом об этом. Ну, понимаете, вот они очень... Вот Возможно, уже для этого поколения наука как раз и стала модной. А к нам они пришли еще, наверное, из-за того, что это неформально очень. То есть это как такой лекторий, очень свободный, все происходит э, как диалог. Плюс мы стараемся делать интересное, необычное описание. И не учительки, а, так? А? И не матють учителки. Э, нет, учителей, да. но есть тоже прекрасные учителя, но, конечно, в основном, да, в школе это все не так интересно, как может быть. Например, на первом занятии мы вообще делали кометы. То есть дети прям лепили своими руками э, комету, там какие-то э, эти шли, ну, в общем, она дымилась, взрывалась, они ее туда-обратно в этот пакет, мешочек э, возвращали. То есть это было очень интересно и интерактивно. И мы пытаемся максимально, чтобы, ну, с детьми как нужно говорить? Если ты будешь говорить односторонне, им будет очень быстро скучно. Поэтому обязательно вот этот диалог, чтобы они понимали, что ты их слышишь, и когда мы готовим лекцию, мы даже делаем опросники, а что вам интересно, да, мы полностью отталкиваемся от того, что интересно услышать им. Ну, вот, наверное, поэтому они приходят. Причем они, вот, большинство, такой костяк, они ходят из раза в раз. Ходил, вот, ходила одна семья, ходил парень, два занятия назад пришла его младшая сестра, и мама говорит, я ей ничего не говорила, просто сын рассказывал, и она говорит, ой, мам, я тоже хочу. И теперь они ходят вместе с сестрой. То есть им это реально интересно. Це, це зрозуміло. Як зацікавити власне там підлітка, так або, наприклад, людину, яка хоче почути навіть дорослу, так? Як зацікавити вченого? Справа в тому, що ось я трошки продовжу ось це питання, яке поставив ще у, на у минулій частині мій колега щодо того, що ось приходить вчений. Так він, як правило, там або у своїх формулах, або у своїх експериментах, або, коротше кажучи, ось таких здоровецьких талмудах зовсім нецікавих статистичних якихось вимірювань. Так, і що йому робити? Ось для. Такого вченого для нього це виклик зробити свою науку цікавою, тобто перетворитися не тільки на дослідники, так, але перетворитися фактично на перформера, так, тобто на. На що мене від науки? Це серйозний виклик. Багато вчених його приймають, чи є такі, які кажуть, ні, ви знаєте, я оце отут буду у себе в халаті сидіти і не чіпайте мене якось я ось ось так. По нашому опиту не було ні разу, щоб хтось так сказав, не було ні разу ученого, кому ми предложили і відказалися. Было несколько случаев, когда мы предлагали участие что-то, что-то, потом в конце говорили про гонорар, а ученые говорили, ой, да мы бы и без гонорара это сделали, потому что нам очень хочется нести это в массы. Угу. То, есть, то ли это у нас сформировалось такое поле, но вот всегда они очень заинтересованы, и им хочется то, что они исследуют, рассказывать дальше. А, -а не важко им перетворивать это на науково-популярный продукт? Да, ямвашка. Ну и для этого как раз вот нужна э, помощь условно менеджеров таких, как мы, которые помогают с выступлениями, помогают с презентациями, э, помогают выдерживаться правила одна идея на один слайд, да, рассказывать через историю, а не через какую статистику и цифры, через какую-то личную историю, чтобы заинтересовать людей. То есть это уже э, работа команды менеджеров или тех, кто готовит спикеров для того, чтобы в конце мы получили классный продукт, который поймет каждый. Но, все... Но заинтересованность так а, хорошо а добре вчаться в цьому, тому що ці так звані soft skills, вони іноді дуже важко їм йдуть. то перетворюються вони все-таки на шоуменів потрохи. Ну, у нас были случаи, когда говорили, это слишком просто, вы что думаете, там, что аудитория глупая, но это очень большие исключения, это, может быть, один раз было вообще за вот все там, сколько, в два или три года, сколько мы работаем. Эм, в основном, ну, норм, они нормально на это идут, они на это идут хорошо, потому что мы объясняем, ну, мы же не просто говорим, сделайте так, потому что нам так нравится, мы об очень обосновываем, зачем это нужно, и в основном получается хорошо. А вот эти двумя части кометы, это чья обычная инициатива? Ну, то есть те вещи, которые там должны вызвать power эффект, чтобы сказали дети там, не просто, окей, нам ну, мы сказали, да. как кометы такие, да, да у нас там комета да дымилась да, у нас да. под руками. И инициатива такая. Мы когда первая встреча или первый звонок с ученым, именно мастер-класс кометами делала Саша Иванова, она в Словакии сейчас работает, она специально для этого вот, прилетала в Киев. Запрос с нашей стороны был что-то интерактивное. Если, возможно, даже какой-то воркшоп. Она говорит: О, слушайте, а я когда-то делала кометы. Мы можем сделать, правда? Она раньше делала одну комету, а все как бы сидели, ну, смотрели. А в этот момент я прокомментирую слушателям Анна руками делает комету диаметром сантиметров 30. Не думайте, что она показывает нечто на 16 триллионов тонн, летающие там в облаке Оорта. Прямо сейчас. Это, да, да, да. это, это такие маленькие кометки, вот они где-то такие по размеру, но по, по составу и по виду они точно такие же, как настоящие кометы. даже когда мы выключаем свет и направляем ультрафиолетовую лампу, то они, в общем, светятся. ну вот все, все как в космосе. Uh, так вот от нас был этот запрос, и мы решили, чтобы дети не сидели не смотрели, как кто-то это делает, чтобы это делал каждый ребенок. Ну, то есть, вот наш принцип это максимально интерактивно. Если мы можем это сделать, если ученого есть такой опыт, он может провести плюс к лекции еще такой небольшой воркшоп, то мы это делаем. Вы отслеживаете, как дальше будет развиваться интерес у детей? То есть, это будет просто, скажем, заинтересованность ребенка в том, как черная дырся. Поживают в глубоком космосе, или там дети уже вот это слушают, там впитывают, и в какой-то момент начинают выстраивать свою карьеру будущего ученого и там мечтает о том, как они откроют свою лабораторию или будут влачить существование в качестве постдока где-нибудь в немецком университете. То есть есть уже такие прикиды? До речи, у меня сразу выникла идея еще до этого вопроса. Тут главное, чтобы ученые не приехали и не начали делать вот такие маленькие на 16 сантиметров ди диаметром черные дыры, потому что там всем кинуть студии. <свят> — Да, тут будет, конечно, не... Хотя, возможно, мы пойдем туда и просто пойдем оттуда в другую вселенную. Ладно, нет, такое, такое невозможно сейчас. Отвечая э, на ваш... Да, да. Про, про карьеру, которая складывается у детей да. или не складывается. Да, мы еще это не анонсировали, но раз вы задали этот вопрос, я скажу, мы планируем в январе сделать такой... собрать подростков, которые хотят делать какие-то проекты, связанные с наукой, дать им менторов, дать им лекторов э, и помочь им сделать эти проекты на протяжении двух месяцев. То есть это вот следующий шаг. Понятно, что это не будет такая там биотехлаборатория, где они сделают там вот прям такое да, исследование, которое э, делают настоящие ученые. Но при этом они смогут сделать что-то дотично до науки, попробовать как это и попробовать себя именно вот на стыке наука и бизнес. То есть вот дети будут делать такие проекты. А в апреле, предварительно 11 апреля, мы будем делать большую конференцию именно для подростков, где они все перезнакомятся друг с другом, познакомятся с учеными, познакомятся с бизнесом, те, кто будут делать проекты, они пропичат бизнеса. ну, то есть вот как прям uh, пичатся взрослые люди, они расскажут свои идеи, то есть они попробуют, пощупают, как это, и дальше уже определяться, что, ну, хотят ли они дальше оставаться в науке. Но тут хочу сделать поправку, что мы, конечно, не рассчитываем, что вот 100% детей, которые к нам пришли, будут учеными, но даже если, в какой бы специальности они не были, у них уже будет научный способ мышления, ну, это почти то же самое, да, критический способ мышления, и они уже в любую свою деятельность будут делать более качественно. Они, это, кстати, я тут могу еще один аспект очень полезный выдать, потому что у нас дети получают позитивный пример по поводу стартапов софтверных, да. Когда ты пишешь код, то есть что-то нематериальное отправляешь, что тебе там платят деньги, да. приглашают финансирование тебя обеспечить. Но у нас нету второй составляющей, вот которая есть там в той же Америке. Когда у тебя есть идея для чего-то более прикладного, что ты делаешь физически руками, я не про черную дыру, которую можно продать зловещему бизнесмену, а про там хоть какой-то прибор, который можно пощупать руками. У нас вот очень плохо с этой составляющей. Если дети научатся делать и, и печить вот такие проекты, это большой бонус может быть на самом деле. Да, ну вот у нас будет три направления, у нас будет экология, человек и космос. Космосом понятно, там только вот эти маленькие черные дыры, а, например, в сфере окружающей среды человека, если, не, если им нужна будет лаборатория, конечно, мы будем договариваться с какой-то лабораторией, чтобы у них была эта база, чтобы они могли это делать. Есть в Дворце Пионера хорошая лаборатория, есть в Институте физиологии лаборатория, которую теоретически я могу, мы, думаю, мы бы могли использовать. То есть мы вот это все для них будем, будем давать. А насколько вообще возможно, извини. Дружище, на секундочку. А насколько вообще реально вот какую-то лабораторию подготовить для детей? Вы же не можете просто завести там в, в, ну, в реальный mm -hmm. университет, где да, серьезные не вещи происходят, и не, ну, иногда и опасные. А что-то же надо делать, как-то защищать одно от другого. Оборудование от детей обратно. Тут, до речи, я могу додати, напевно, до идеи своего коллеги, про те, что все мы пам'ятаємо из американских, как правило, фильмов. Я не знаю, европейских такого не бачу, честно кажучи. Але тем не менее, так звані Science, science Fairs. Тобто наукові, наукові ярмарки, де mm -hmm. діти там роблять, я не знаю, з картону, з батарейок, з якихось там, там проводів чи чого ще, там якісь там свої винаходи, так? Там, звичайно, вони там, трошки смішні, трошки такі недолугі, але справа в тому, що це такий досить непоганий посил у майбутнє. Абсолютно, да. У мене, кстати, таке була в школі, але це було 100 років назад, було Е, То може, це також такий непоганий варіант, так? Um, если мы говорим про создание uh, вот таких настоящих проектов в лабораториях, uh, любую лабораторию можно подготовить для подростков. Они же не маленькие, все-таки они уже, ну они вот так, если прикиньте, они нашего роста примерно, ну есть взрослые люди, они там трощить ничего. Ну это у них целерация, uh, а у нас уже не целерация. Ну они там трощить ничего не будут, там малыши могут что-то побить. Uh, но это правда, что, например, в некоторых лабораториях там есть мышки разрезанные, Ну, тоже как, ну, психика ребенка, непонятно, как это все работает. вот, вещи нужно убиратьсмотрел ну, нужно... мультфильмы там не мышки уже равно это раз мне кажется что в этих в этих вещах нужно огрыдать поэтому подготовить лабораторию нужно это не значит что ее нужно переоборудовать То есть ее нужно просто подготовить, чтобы там детям было комфортно, и они там ничего не поменяли, не попереставляли, не попереливали. А, друг не, друга. а вы не думали о том, чтобы еще и как-то влиять на, ну, не знаю, каких-нибудь энтузиастов в школах? То есть взять какого-нибудь учителя физики, который там посмотрел на коммент, у него зажглись глаза, и он все, с этой осени начинаем делать у себя вот эти выставки, ну, как, ярмарки научного". как ты сказал? Науковые ярмарки, mm -hmm. То есть Совершенно. Заразить, Совершенно. заразить все это просто на местах. Мы хотим, но это следующий шаг. Это просто еще большой кусок работы, это работа с учителями. Mm -hmm. И мы тоже хотим это сделать. Но почему вообще у нас такая модель, что мы не в школу приходим с учеными, а приглашаем детей к себе? Потому что у нас был опыт в школах, есть очень прекрасный 145-й лицей в Киеве, который очень открыт вот ко всем таким событиям. Мы приглашали туда... Ученых они читали лекции. Но мы тогда спросили у детей, а где бы вы хотели вот такие научные лекции слушать больше? В школе, чтобы к вам приходили? И чтобы вы ходили куда-то? И они все единогласно сказали, чтобы мы ходили куда-то. Ну, то есть, представьте, они сейчас, оказывается, там, ш... э, в школе они проводят, если мы учились, по-моему, до часу или двух, они почти до четырёх учатся. Ну, пять дней в неделю, до четырёх часов. Конечно, им хочется куда-то вовне. Поэтому мне кажется, что такие вещи, хоть, ну, стоит создавать э, не, не в школе, Ольних стінах, да, а в якихось других містах. Разширять їх горізонти. Тобто, власне, коротше кажучи, те, що ви зараз робите, те і називається щоденне завтра вже в реальності. Так, нам треба вже буде зараз йти на новини та рекламу. Нагадаю, що у нас в гостях Анна Орєхова, співзасновниця проєкту InScience. Говоримо про популяризацію науки і фактично про популяризацію буду... майбутнього, вибачте, будь ласка, а, з вами Євген Лефіренко, Євген Пілецький. Щод... А ще з вами новості? Прямо зараз, а після того зразу же... И мы начнем. Щодене завтра на Радіо НВ, це третя заключна частина. З вами Євген Олефіренко, і Євген Пілецький. У нас в гостях Анна Орєгова, співзасновниця проєкту InScience. Говоримо про популяризацію науки, популяризацію тоді й майбутнього, тому що все-таки я вірю, чесно кажучи, в те, що наука це наше майбутнє. І коли це мені важливо. скажуть, що ні, а як же поезія, і таке інше, я думаю, що це також певного, певно певною мірою наука. Я сподіваюся, що просто не знайдеться учений, який прийде к вам і скаже, я розложив поезію на ряд форму. Такі вчені Давай. вже є да, насправді. Такі, вже такі є, вчені вже, вже є. Вже є. Так, це ці, ці, цілий ряд лінгвістики, так. Ось е, я, до речі, ось що хотів ще спитати, тому що ми поговорили багато про вкладення чогось. Е, мені здається, що популяризація науки повинна дещо і забирати у людей. Ми там так побічно вже у першій частині поговорили про певні міфи, і мені здається, що ось де міфологізація певних наукових знань. Це також є. Однією з таких цілей, напевно, великих цілей популяризації науки. Я просто дивлюся, що зараз у світі це такі, навіть такі два рукави, я навіть назву так, такі один Персея, інший Оріона, так, а, про те, що хтось дає знання, а хтось навпаки проводить спеціальні заходи цілі по mm -hmm. деміфологізації, наприклад, там, або про ГМО, або наприклад про щеплення, так, про захворювання. А, mm -hmm. про плоскую землю, про я не знаю, про щось то там, Бады, про месяц, месяц mm -hmm. сыру и такие інше. вот yeah. а, такой такий напрямок вас цікаво, чи или да, однозначно. Я вам скажу, что почти в каждой нашей лекции развенчивается какой-то миф, будь то про там, питание, нутригенетика или про то же ГМО, да, что это плохо все умрут, у нас отрастут руки скорпионов. Ну, да, и, как ни странно, это очень глубоко сидит в людях. Ну, то есть, даже если они вроде. Ну, мне кажется, люди понимают абсурдность этого всего, но как-то, возможно, это тоже медиа немножко как бы виноваты в том, что они такую информацию распространяют, да, журналистам все-таки стоит очень хорошо проверять ученых, как бы которых они приглашают, Потому что сейчас все, что нейро, очень модно, и там нейробиологи, нейрофизиологи, иногда это люди, которые не являются учеными, и они говорят: вот наука сказала то-то, а наука так вообще не сказала. А у нас с этим гораздо проще, потому что у нас есть такая ядерная аудитория программы. Если мы что-то скажем не то или обратимся не к тем источникам, на следующий день они нам проковыряют макушки, и нам придется исправляться или там уходить в добровольное изгнание. Ничего. Да, это супер. Я хочу сказать так, важную так, так, вещь еще в по популяризации. Вот мы, например, приглашаем ученых, которые являются нашими экспертами. Если мы приглашаем нового спикера, который нам порекомендовали, но мы его не знаем, мы обязательно его профайл отправляем нескольким людям, уже проверенным, и они дают свой фидбэк. Потому что вот э, и я и мой партнер Алена, мы журналисты по образованию, то есть мы не ученые, мы не можем вырабатывать критерии оценки там, ученых и оценивать их. Но всегда есть люди, которые готовы помочь это, готовы делать это абсолютно открыто, быстро и вкладываться. И для всех, кто занимается популяризацией науки, я думаю, это очень классный инструмент просто посоветоваться с теми, кто, ну, в ком вы уверены, когда вы рассказываете о чем-то новом, там даже пишете пост в Фейсбуке, нужно это сбросить ученому, чтобы он прочитал и чекнул, что там все корректно написано. Mm -hmm. А что до аудитории? Бывают ситуации, например, там, на науково-популярных лекциях, так, або на целых заходах, что, я не знаю, кто-то там начинает поднимать руки из зала, так, и начинает такие, а ось вы там сказали, что ГМО, воно не, а ось моя донька вона ела там Яблочка або не знаю, або ми зробили щеплення, і тут у моего чоловіка 48-річного настався аутизм, або что щось таке. Такі ситуації бувають, коли люди, які навіть які приходять на заходи, вони створюють таку контрнаукову культуру. Вы знаете, у нас такого не было ни разу. Вот это удивительно, но у нас такого не было никогда. Ну, может просто к вам приходит не та аудитория, которая спорит с рациональными доводами. Може, не видят в і науки, то кані не для мене, і просто не йдуть. Може, це для них був би такий, я не знаю, такий в захваті прийти і сказати, зараз я цим вченим все розповім, як, як треба по священих книгах жити або ще щось таке? Ну, може би, такі будуть, але от поки. Пока нет, пока все в порядке с этим. Но на самом деле круто, если эти люди придут, потому что они могут вступить в дискуссию перед аудиторией с учеными, да, ученые, конечно, как бы докажут, что они правы, и это даже, это даже хорошо. То есть если такие и люди есть, пусть приходят. А mm -hmm. в комментариях, например, я не знаю, там, я еще там, это видео, что-то такое, бывает такие, что а ай-яй-яй. не у нас в комментариях, когда мы пишем о биологине, або астрофизикине, а говорят, зачем вы слова коверкаете. Вот, mm -hmm. вот, вот это людей почему-то больше no, какое-то отпугивающее средство, потому что обычно приводят даже не контр-доводы рациональные я имею в виду, а просто какой-то с -с -с комплекс, целый пакет ссылок на фейковые источники где-то в интернете, которые они, может, и сами не прочли, но запомнили какие-то дурацкие выводы. К сожалению, вот это информационное изобилие вот так вот к нам прокрадывается. То есть, что можно просто сослаться на какой-то источник, который никто рецензированный РУИМа не проверял, да, но все равно mm -hmm. там есть какие-то выводы, ими можно пытаться оперировать. Ну, плюс есть всегда интерпретация. Ну, особенно если это англоязычные источники, то можно просто по-разному это интерпретировать и все перекрутить и перепутать, да, где причина, а где следствие. Тем и занимаются. Я хотел спросить еще вот о чем. А ученые насколько заинтересованы в, в том, чтобы продвигать то, чем они интересуются, занимаются в виде таких лекций? То есть есть ли у них потребность выходить с тем, что они знают и умеют? Есть, я считаю, что есть. Все, с кем мы работали, у них была такая потребность, им это интересно. Ну, и знаете, как еще. Мне кажется, что благодаря таким проектам они чувствуют поддержку от общества, и интерес от общества. То есть они не чувствуют себя людьми, которые вот исключены из общества, чем-то таким странным занимаются, и никто их не понимает. Потому что люди простые, когда я говорю простые, я имею в виду не ученые, когда узнают что-то от ученого, обычно у них восхищение, то есть они восхищаются ученым. Мне кажется, что там для любого человека очень приятно, когда твоя работа восхищается, когда тебе удается простыми словами донести свои идеи э, в массы. А я хочу еще продолжить и трошки поглибить это питання. Справа том, что більшою мірою такие заходы, як правило, відбуваються або в Киеве, або ну. У великих обласних центрах, так що взагалі по країні відбувається, тому що я розумію, що там київська аудиторія, так вона приходить. Там я не знаю, хіпстери, якісь чи ще там люди креативних професій там дуже цікавляться. А хтось може сказати, можливо, навіть слухачі нашої програми, скажуть: О, що ви оце там треба коротше на хліб заробляти, краще, бо це пішли. Я не знаю, щось там інше робили. Ось, экономику будували, так, она вот этой фигней страдала. Дети, дети, этих родителей скажут, батько, помой руки, дизентерии не будет, и сразу не станут на сторону науки. То есть, примеры пример помогают. Ну, на самом деле, как ситуация взагалі по стране? Ну, это вообще наш следующий, тоже такой большой шаг делать события в регионах, не только в больших городах. Но я могу сказать, что к нам на Science Tens платформ ездит мальчик из Коростышева, это же Таймурская область. Вот, ну только на последней лекции не было, а до этого на все лекции каждую среду мама его привозит, он в восторге, она говорит, что ему это супер интересно. Это вообще довольно далеко, ну то есть это не Ну, полчаса... часа. Это, ну, да, ну это два часа, да, это так. два часа дороги, плюс еще, пока ты там ждешь транспорт, ну то есть в целом это довольно много времени. Во-первых респект и уважение маме, которая его возит, и вот парню, который, причем он там суперактивный, он очень много вопросов задает, и мне кажется, что высокая вероятность, что он в дальнейшем может стать ученым. По поводу эм, другого формата, вот ну, там, TEDx, да, и подобное мероприятие. То есть получается ли ученых посадить на примерно такой же формат, когда не вы приходите и говорите, не хотите у нас прочитать лекцию, не хотите провести мероприятие, а вот как в TEDx, допустим, когда люди сами устраиваются в очередь со своими идеями, и это уже становится даже не мода, а такое, что-то вроде обязанности. Если ты там занимаешься вот в этом, как говорит мой коллега, креативным там чем-нибудь, то ты должен раз в полгода хотя бы уходить на TEDx и читать свою 15-минутную лекцию. С учеными такое же получается, они уже видят потребность в этом. Ну, вот это есть свой большой бренд, поэтому люди хотят э, там выступать. Но есть, да, вот в такой дружественной беседе говорят там, приглашайте нас, мы с удовольствием придем и прочитаем лекции, мы, и мы потом приглашаем. То есть, есть есть запрос, есть желание выйти на общую аудиторию а и рассказать есть об этом. Фильтр или вроде того, то есть вы говорите, вот черная дыра, это отлично, мы возьмем, возьмем. А вот вашего коллегу, который занимается теорией струн, у нас столько гитар не хватит, чтобы создать вам интерактивную, то есть какие-то фильтры вообще имеются в темах? Вот ученые, собственно, в темах или в темах, людях? В темах, которые можно подать популярно. Хороший вопрос. У нас нет каких-то четких фильтров или ограничений. И мне кажется, что если мы встретим человека, который на очень сложную тему может рассказать, прочесть лекцию просто. Uh, і у нього буде таке желання, то ми можемо це зробити. Uh -huh. Я можу підійти навіть з іншого боку до цього питання. Підійдемо, просто не що вчений там сказав: у мене там є якась тема, я не знаю, по якихось там полімерах, про які ніхто нічого не чує. Вони взагалі якісь віртуальні, ні до чого їх не можна там прив'язати. Uh, якщо піти з іншого боку і сказати, є теми. Які аудиторії більше заходять уже, тобто вчені, на яких є більший попит? Тобто я там бачу, що, наприклад, там нейро, воно йде, там люди просто ж я не знаю, там натовпами йдуть, так? Вот там про космос трошки, ну, честно, меньше, например, там какие-то темы, связанные с психологией, они там взагалі просто вибухові, або а ще щось таке. А водоросли вообще не вызывают Ось, э... так, Особие. а, например, приходит биолог, там, микробиолог, або, я не знаю, який занимается там грибками, так, <свят> ну, и, <свят> власне, и все, и все, і все такі. ну, ок, грибок. Все, что касается мозга, очень интересно людям. Все, что касается эмоций и вот вообще устройства себя, я пришел, послушал эту лекцию и лучше понял, почему я такой да? Вот такие вещи очень отзываются. Космос, по нашему опыту, вот на втором месте. Здесь космос очень интересен. Если говорить про подростков, там вообще любая лекция про космос, это вау, они там за три недели, ну когда, ну когда спрашивают. То есть их это очень интригует, возможно, потому что они чувствуют, что они могут как раз уже во взрослом возрасте полететь в космос, и им как-то это ближе, ну, чем даже нашему поколению. А так, все, что касается мозга, человека, это очень интересно. И экология на самом деле. Вот сейчас тема экологии эм, очень, ну, она тоже на хайпе, да, с какой-то стороны это стало модно, там Чашки, там, многоразовые, вот все-все. Это очень здорово, и эта тема тоже интересна. Люди приходят и просто послушают для себя, чтобы как-то изменить свои привычки. Потом. Ваши коллаборации меня также заинтересовали. То есть, когда вы устраиваете совместные мероприятия с, с компаниями или вообще с средствами массовой информации, в компании устраивать лекцию о науке, с журналом устраивать лекцию. Причем с журналом не каким-то научным, да, а ну, массовым ламурно могу я сказать, uh, устраивать лекцию науки, это почему? А про какой журнал вы говорите? Uh, который у вас на сайте, но мы сейчас не будем, чтобы не, не вызывать вопросы со стороны, ну, uh -huh. с, с средствами массовой информации. Uh -huh. Смотрите, из медиа, с которыми мы совместно делали события, это был научно-популярный журнал, uh -huh. если нельзя называть. Нет, это, я думаю, может. А Куншт. Вот, мы с ребятами из Куншта, из научно популярного журнала делаем Science After Dark, это научные вечеринки. То, о чем вы говорите с глянцевым журналом, наверное, вы говорите о спецпроекте про женщин-астрофизиков. Да. Да, это было не событие, это был спецпроект, и мы как раз хотели подтянуть новую аудиторию людей, которые обычно не интересуются наукой, женщин, поэтому мы... Нет ли здесь какого-то сексизма? Нет, конечно нету сексизму на конечно да но это если придраться то это можно назвать позитивной дискриминации что мы взяли не двух мужчин двух женщин а мы четырех женщин астрофизиков но учитывая что в украине большинство людей не знает ни одной женщины астрофизика украинки именно то мне кажется что это вот как раз больше феминизм чем сексизм и а... буквально 30 секунд осталось поэтому не пропустили ли мы что-то еще из того что вы собираетесь делать совсем прогрессивного и свежего или там как вы видите развитие проекта ну вот у нас будет, то, что я уже сказала, осенью конференция большая для подростков, плюс все родители, я прям призову записываться на нашу программу, потому что она бесплатная, я могу ее рекламировать, дети ничего за это не платят, поэтому подписывайтесь на Sunstance Platform в Инстаграме, в Телеграме и приходите на наши лекции каждую среду, там правда очень интересно. Также мы планируем в конце весны или осенью сделать большой такой научно-популярный фестиваль, с украинскими и международными учеными, с вярочками, микроскопами, тоже максимально, чтобы людей еще да, погрузить в науку. Это вот да из и, из и, ближайших планов. И как, и как только вы найдете ученого, который в, пообещает вам прямо в лекционном зале слепить небольшую черную дыру, вы же скажите ему тогда мы это отдельно как-то проанонсируем. А время Дырились. наше. Да, время наше стекло. Гостях у нас было. Анна Орехова, основательница проекта InScience. И это было еще на завтра на Радио НВ. В эфире для вас работали Евгений Пелецкий и Евгений Алиференко. Почуемся. До свидания.